Всім привіт! Я Саша Білоу. Сьогодні ви в этом проходите Knot Stages and Mods 1.0.0, саму нову версію. І подивіться, іконка змінилась. Ну как бы стекло нет, но вот шар стал как будто бы синим каким-то. А в меню. Можно так також. Ну ладно. Кредитс. Нема нічого. Ладно, а тут. Вот подивіться, що тут змінилось. Не змінилось нічого. В цьому, як би сказати би, Festive Glass Mod. Нічого не змінилось в Festive Glass Mod. Тут все точно то же саме. О-о-о! Як мені важко попасти було. Розбився сам по собі. Чомусь не розлітається, но в оригінальному Festive Glass Mod було б сильніше, видно. Ага. Тут можна було б, но ні. Я знімаю Настю. Да, не вийшло. Якби воно не захотіло. І от Knot Custom Pack. Також там буде додано нова кімната. В Knot Custom Pack, ну раніше тут. Та Настя, ну я ж знімаю! Ну для чого ти так? Ага. Просто не звертайте на то уваги, що говорять батьки. Ого, тут уже два кристали. Тут уже є зміни. Вау. І тепер дві кристали, натомість п'ятьох і трьох. Це тільки два і два. А не п'ять і три, як було колись. Ну якби ви вже бачите, то... Розрив. Не розбилась штучка, а навпаки. Ту штучку, яку я кинув, вона розбилася. Не дотерпіла. І полетіла занадто високо. Зварився об стіну. Ну, якби ви бачите. Так, опана. Кстати... Мне интересно посмотреть, что будет в бесконечном режиме. Стоп, это что, вылетела игра? Что ли? А, нет. Что это было? Я не зрозумів ничего. Это никакой вылет. Тут також тоже изменилось. Ну да, тут лазеры. Тут кристалла не было. Вау.
Попал. Упала в воду. Попал. Ну ладно. Так. Так ось, навіть початок, де тут надпис день один, буде займати 1% ліміта. Да. Ліміт 15 хвилин на один проект. Я думал, что хватит, но нет. Это очень много. Ну ладно. Попытаюсь как-то. Вот. Я вам не обманывал, что тут мало кем надо. Там было еще. А что-то там такое. Мне интересно, надо было. Попасти. І ще от такий от об'єкт. Угу. Так. Угу. Думаєте, що там буде потім наступна кімната? Ви... Ну, да. Та не звертайте на то уваги. Та чому воно не захотіло зразу запуститись? Дуже дивно. Що? Сохрані... Чого не розбіта? Що? Тут рандомный колер взагалі-то. Я сейчас как будто бы открыл Америку. Как? Рандомные цвета? В этом уровне? Да как такое вообще возможно? Кнот. А, вот, похоже на настоящий чекпоинт 1. Только тут... Вот это вот фиолетовое, конечно же. Я же вам говорил, что буду повториваться. Ладно! Вот я тут. Я красиво. Вау! Так. И вы думаете, что буду далее другой кімнати? А вот вы удивитесь. Причем здесь рандомные колеры. Я вам не шучу, конечно же. Вот, смотрите, было розовое, а теперь зелено-голубое. Вы почитаем. Похоже на смарт-хит 0.9.0. Ну реально, подивиться. Артема этого не показывал. Как ты кнот это сделал? Круто, конечно ж. В предыдущих версиях не менялось или менялось?
Да будет еще повториваться, как будто бы... А вот, тут розовый и зеленый. А тут синю, синє фіолетового нема. Якщо б це було б правда, то тоді б самим верху було б, як буде б початок райдухи. Ну і ну, кнот. А, вот, все нормалізувалось. Тут тепер все окей. И тут теперь все нормально, конечно ж, и там никаких рандомных цветов нету. Но было бы прикольно. Эх, но не постарался над этим, конечно ж. Я бы хотел, чтобы все уровни были изменены. Чтобы не показывать одно и то же самое. Я это показываю уже четвертый раз подряд. Одно и то же самое. Да, кнот. Ну, це не дуже прикольно і не так круто. Ну, і щоразу дивитися одне і те ж саме, це скучніше. І скучніше, оскільки звичайний смешхід уже всі знають. Із моїх друзів І вони вже давно знають про те місце. Я теж знаю давно. І тому їм то місце наскучило. Жаль, що ні медайкер. Жалко, що медайкер не розробляється над новими версіями з інтересними ідеями. І новими кольорами, і рівнями. І нових режимів. Да. Но модеры не очень стараются, конечно же, хотя они стараются, но пиноут выглядит крутишь, а забыл старый верс. Но оно, к сожалению, недоступно. Для чего мы, да, конечно, сначала выпускает красивые версии, которые недоступны, а потом выпускает те версии, которые недоступны, но которые они очень некрутые и плохие даже. Я не понимаю, ну что это такое? Это неправильно. А то я не могу себе позволить это сделать. Как Нот это сделал? Почему он не делает туториал? Окей, продолжаем. Выбачте, но я промазал представление, раньше ударился, тому мне довелось закрывать и снова заходить. Як ви бачили. Да. Ну я хочу, щоб було б дві. Ну прошу, ну можна? А? Ну прошу, будь ласка. Ні. А представте собі, що можна, якщо було б регулювати длительність якогось рівня, і щоб можна було також ставити будь-де двері, а при цьому одразу ж би мінялась музика. Хочу, щоб в новій версії додали режим редактора, де тут можна зробити свої рівні і викладати. Як будто б якийсь онлайн з'явиться. А поки що тут навіть цього немає. Единственное, что онлайн, это то, что можно скачивать. Единственное. А вот в самой игре... Да. Ну так как это офлайн игра, то тут нет рекламы, а так быстро можно будет хотя бы постараться это уныкнуть. Если честно, для разработчиков Медайкор делать рекламу, ну такой себе. Кстати, как то же самое, что и из Моджонг. Нужно
без рекламные игры. А то иначе, если будет какая-то реклама, как, например, в том же самом припосте, например, в том же самом 31 игре, то это будет, не очень. Ладно, проходим далее. Я ж знімаю відео, а у мене іншого місця для цього нема. Я не вам говорю. Як виявилось... Як виявилось, четвертина частини цієї кімнати... Чекпоінта 3 зони 2 триває 18 секунд. Ладно. Попадаю. Не. А вот так вот. И... Звук пещер, как будто бы угроза. Звук угрозы. Чуєте звук угрози? О, швидше стало. Ні, чому я не дожив? А? Як так? Я ж надіявся, що мене не вдарить, но вдарило. На жаль. Фух. Да, в пеноті є такий баг, що можна накоплювати безконечне кількість секунд. І я навіть на це зробив відео. И модайкер, к сожалению, думаю, не заметит это видео. Да я уже... Я не знаю, короче, что случилось с компанией Бедайк. Чего нам не производит это обновление для игр? Оно точно не могло умереть. Не могли умереть его разработчики. Хотя всякое возможно, но все-таки. Ну да ладно. Джек-бум. Ew. Как же смешно это звучит. Это. Джек-бум. Ew. Джек-бум отвечает за делание кирки, а за звук ew. Делание кнопки. Если честно, это на самом деле... одного канала такое. Но я вам рассказывать, если честно, не буду. Это иначе... Что будет, я не знаю. Хотя... Эй, мам, я ж снимаю. Хотя... Вы уже все знают. Какой да речь. И какой робот Джек-бум. И о выживаниях. Когда он делает кирку, он кажет джигбу. А когда он делает кнопку, он делает еу. Еу. Для чего он это делает? Так что он не выкрестовывает кнопку? Я взагалі не разумею. Ой. Удары. Нечаянно. Ничего.
лише чекати. Лише хочу зглянути, як виглядає Endless Abyss. Мені дуже інтересно навіть на це взглянути. Ну, ще ждать придеться довго. Хоча, чому ви не могли зробити доходження до Endless Abyss на самій новій версії Knot Stages and Mods? На новій, верніше. Чого не могли, я не знаю. Да. Нічого не було, просто чомусь випадково нажав на паузу. Ладно, і... Скільки ще чекати, я не знаю. От коли ви будете грати в тренінг, ну, на обичному смешхіт, якщо у вас є преміум, то ви зможете, то я вам дам пораду, якщо ви хочете всі 500 шариків назбирати. Якщо у вас, припустимо, 395, а ви хочете зробити, а ви в кінці чекпойте 6,3, то треба. Спершу відкрити двері, а потім вже зібрати два кристала. А, ілі використовувати зеленку. Ладно. Я знов чомусь нажав на паузу. Я не знаю, для чого я це нажимаю, хоча я знаю для чого, но я вам не розкажу. А подивіться. Ну я знімаю відео, ладно, піду в іншу кімнату. Ладно, продовжуємо. Просто з бабусею говорив. Та ні, просто... Краще вам того не знати. О, дуже близько було! Це так круто. Я знову нажав на паузу. Но ви не маєте знати, чому. А про що, я вам не розкажу. Я не надо вам знати, це лишня інформація, вообще-то. Ой! А что это было? Чего так произошло? Ну и ну. Тут лазер також будуть використовуватися в чекпойнт 10-11 і в безкінечному режимі часто. А вот ці 3,6, ну, рідко. Також поворачувань було поки що тільки 2. І наступна буде в чекпоінт 9. І ще одна буде теж в чекпоінт 9. Тобто в чекпоінті 9 буде 2 поворачування. Ну так, як тут добавлено після старту ще один рівень, це називається кнопка стампакта, тоді це буде для цього мода чекпоінта 10 називатися. Ну я говорю... Вот для обичного смешхіта, це називається...
чекпоинт 9, а не чекпоинт 10 для этого мода. Ну, это зеленый этап. Эх, не хватает кількості рівнів. Да и хотелось бы вкладывать свои и друзьям показывать. Да и причем, чтобы можно было бы даже сделать полноценный как бы мод. Чтобы могли друзья поиграть. Причем еще можно было бы выбрать какой именно тип, чтобы было доступно тип АПК файла. Ну, думаю, для цього потрібен спеціальний блендер. Blender Tools. Який є у кнота. І можна скачати навіть. Ну, не знаю, чи він підійде для цього. Чисто оранжеве, а тут біло-оранжеве. Причому це один із самих найкрутіших етапів. Даже кажеться, коротше, ніж старт. І це дуже странно. Це займе каких-нибудь несколько... Це займе каких-нибудь максимум 2 минути. І все, уже уровень пройдет, ждем. Какой-то короткий, ну реально. Ну, хоча старт также короткий, как и Checkpoint 7. Ну для случайного смешки так это называется. Ну, а вот для этого мода, ну, называется то Checkpoint 8. Я не понимаю, почему не мог добавить, например, в конце, после чекпоинт 11, будет там тот кастом-типа. Но нет. Сначала там сразу две моды, а потом нужно терпение для того, чтобы найти секретную. Как бы она не секретная, но нужно терпение просто. И не знаю, что скрывает... Что скрывает кнот... И что будет после всех кругов рандом хита. Ну, бесконечные режимы. То ли вылетит игра, или что вообще. Так, почему у меня так мало шариков? Потому что в зоне 2 уменьшили их количество. Ну да. Ну. Да не, не говорю про то и... Рівник йде зараз. А, про кнот кастомпак. Да, как будто бы... Это 0.9.0. Это 0.... Тут установлено кнот кастомпак 0.9.0. Кстати, это еще... Ремиш какой-то. Если он входит 0.9.0, значит это... Это было когда-то какой-то неизвестная версия. Да нет, известная, это B-версии. Ну, эти, как бы сказать, B.5.0 и B.6.0. Но есть в них одна проблема. Это zip. Zip. Ну, как мог он сделать B.5.0 и B.6.0 zip. Zip модом, который никак не скачаешь. Конечно ж можно, но нужно такое делать, что вообще не знаю. Действительно, это так. Ну да. Мало кто любит заморочки. На, я кусь любым уйти. Но стоит надо. Но этого того стоит. Только есть такое, что вообще невозможно как будто бы сделать. Например, скачать на Android старую версию Pinot. Нет, я не говорю про такие... Например, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4. Это абсолютно не то. Поскольку они выглядят так же, как и 1.0.5. Просто...
Они просто так выпустили обновление, где там даже никакого бага не было изменено, никакой текстурки вообще. И вот старые версии, как, например, 0.9.0 или 0.9.1, это самое то. Но это недоступно. Ну да. Так. Не звертайте на то увагу. Це батьки говорять. Тому не звертайте на то увагу. Так. Ладно. Я знову чогось нажав на паузу. Я ще раз нажав на паузу. Не знаю для чого, но... Я для чого я це зробив? Просто так. Ладно. Ладно. Опа-на. Что это? Вау, птица. Как? Интересно, конечно ж. Ну и ну. Как я это сделала вообще? Настенька. Ладно. Ага, так. И как будто бы даже за того этого можно сделать трейлер. Вау. Ну и ну. Я вообще не ждал такого. Я так думаю, что вот 126. Реглорбой, Рубин Хаса, Нью Барто Зейкс, Мегадрон станут новыми разработчиками Медайкар. Конечно, что нет. Ладно. Угу. Но я уже не можу чекати, коли вийде оновлення на оригінальні смачки. Поскольку в день Хэллоуина это сделано. Да, я плюс еще ничего не добавили. Это просто ничего. Что будет? Даже надписи никакой нет. Вау! Вау! Что? Специально разработчики это оставили, чтобы... Что, могли другие скопировать этих идей и сделать трейлер? Что? Реально, ну как? Реально, мы Дайкеры оставили такую возможность. Этот баг не делал Глорбой, не Кнот, потому что даже в оригинальном обычном смешхит этот, ну, из плеймаркета работает. Я не понимаю, как они это могли допустить. От этого убираются надписи. Причем я не могу поставить на паузу или выйти. Реально не могу поставить на паузу. Причем не сохраняется. Это... бонусы, они не сохраняются, просто навсего. Прикольно, також можна за допомогою цього абсолютно все бачити. Ну, тобто, чуть лучше видеть препятствия.
чем? Дай не расставляю. Там, где тут надпись. На высоте надписи. Надписи, вернее. Поэтому... Это только для трейлеров или для фана просто на все. Я вообще не знаю, как это сделал. И потом сделаю туториал. Если у меня получится, конечно же. Повторить это. Я не знаю, как это вообще... Вау, круто, конечно ж. Сначала ничего необычного не было, но потом вот это вот. Ну и ну. Яны ж змея, кто с другой? Як питание? Ну ладно. Суперсилы, ну, например, это то же самое бесконечные шарики или замедление, или огненный шар, бессмысленно, потому что они сразу пропадают из инвентаря, поскольку ничего нету, никаких вырезов вообще, потому что я думаю, что пришел в режим без вырезов и для трейлера. Ну-ну. Как же так? Я не разумею. Ну, думаю, что... Если бы то не оставили, то мы Дайкрому не смогли бы сделать. Это секретная, если честно, кнопка. Которую сейчас найдена. Несколько лет не могли найти, и вот найдено. Ну и ну. Это какое-то открытие. Не правда ли? Ладно. Да я снимаю видео! Так, конечно, Настя. Я нажал на какую-то секретную кнопку в игре. И зачем тут... Ну, пропала кнопка пауза. И оно теперь выглядит так вот. Я не знаю, Если там надпись «Скільки шариков ты бачила», то теперь ты не бачишь. Я не знаю, як я її найшов. Це, напевно, якийсь сложний режим. Ні, це не сложний режим, просто це секретна якась кнопка була. Ладно, я зараз говорю до своєї сестри. Також на паузу я тепер не можу поставити. А якщо вийти і знов зайти, то я не знаю, що буде. Я не хочу знати, або раптом, якщо викине в меню. Бо тому що коли є надписи, то не викидає в меню. А от коли отак, от я не знаю. Ну ладно, от момент, коли треба подивитись, що буде в безкінечному режимі. От зараз ми і узнаємо. Якщо чесно, це мод якийсь. Тому там, звичайного там безкінечного режиму, і звичайного смішки то не буде. Що це? Що? Що? Чего? Як оказалось, это пустота! Пустота! Там ничего нету! Вообще ничего нету! Там вообще ничего нету! Чё это такое?
безкінечні. А, нет. Что это? Что это вообще было? Я не понял ничего. Как я нажал эту кнопку? Чё? Как оказалось? Endless Abyss — это пустота. Вообще не понимаю. Как разработчики могли оставить эту секретную кнопку, чтобы я такой нажал и... И вот никаких надписей. Что? Чего, блин? Ничего не понял. Как? Нифига не понял. Че это за прикол? Как? Что? Как? Ладно. Ну, мы уже ничего зробити, я не знаю, що це взагалі було. Ладно, дивимось, що буде. А, ні, не буду викидувати меню. От я вам показую, де це. Для того, щоб ви бачили, треба спочатку пошукати, от. Так, треба шукати таку штучку, де тут можна... Де тут можна, якби... Вибачте. Треба пошукати. Ага. Для розро... Ой, не сюда. А, вот. Ладно, сюда, вот. Вот теперь видно. Ладно. И вон вот тут. Если нажать вот на то же самое место, то... Зажимаю, нічого не буде. От я вам показав, де та кнопка. Ну, що це таке? Ладно. Добре, на цьому все. Я Саша Білоус. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на мій канал. І всім, стоп, також щось я замітив, ну ладно, і всім, пока-пока.